Всем добрый вечер. Коротенькое видео. Ну, я думаю, много кому поможет, много кто сейчас гуглит на эту тему. Сейчас очень распространенный скам в криптосфере. Это вот покупка Bearer, вот этого токена, Bearer Chain. Это скам. Давайте мы посмотрим сейчас. Секундочку. Да, значит, вот данный токен 0x25a07, ну, можете посмотреть на CF заканчивающийся, это тупо скам. Сейчас я вам это продемонстрирую, как это можно проверить. Сейчас покажу. Два есть сайта инструмента. Так. Значит, берем... ну, я уже взял, но мы как бы нажимаем, копируем. Если токен есть на вот этом Gecko-терминал, это еще ничего не значит. То есть даже по графику он странный, он только идет вверх. То есть покупки супер минимальные, как будто они блокируются, или это сам с камерой. Ну, в общем, такое ощущение, что токен создан так, что его можно только покупать. Если он здесь есть, это просто, ну, он есть в системе, понимаете, его может создать кто угодно. Мы берем, копируем ему хэш, чекаем, является ли это хонипотом. Ну, этот инструмент, он как бы симулирует транзакции, то есть пополнение и вывод средств. И смотрит по итогу, что можно только выводить средства. Ну и тоже вот есть токен Sniffer. Score 0 из 100. Ну, то есть он просто смотрит. Exploit номер 106 contains signature of serial scammer. То есть он сам по себе, то есть это даже не на опыте каких-то пользователей, это сам по себе его код такой, что он, ну, говорит о том, что это скамерская тема. В общем, будьте аккуратны, делайте личный ресерч перед тем, как что-либо покупать. До свидания.